Ну, дальше освещение плохое. Освещение плохое. Наверное, ничего не будет видно. Моя камера не может записывать при таком освещении. Это не камера, это телефон. Это ночное путешествие через Кузьминский лес. Сейчас 2:30 ночи. Дома буду 3:00. Где-то 1 километр тропинка идет вдоль МКАДа. Потом она поворачивает перпендикулярно. Углубляется в лес. Там по лесу, мимо военного училища, я прохожу к прудам, к Кузьминской улице, потом на улицу Скрябина, и там я дома. Около 7 километров путь. Если не включать фонарик, глаза привыкают к темноте, можно различить тропинку, но нельзя различить веток, которые падают на тропинку. Ветер дует, деревья раскачиваются, ломаются ветки, падают на тропинку. Ветки толстые. Можно хорошо спотыкнуться и упасть.